Мангистауский спортсмен Нурдаулет Джарылгапов будет защищать спортивную честь Казахстана на чемпионате мира по казак-курясе, который пройдет с 12 по 14 декабря во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкенпирова в Астане. Представители национальной сборной, обладатели титула «Степной орел», будут представлять страну на мировом турнире. Это Бекжан Толепов, 55 кг, Марат Нигматулаев, 60 кг, Нур Аманшукуров, 66 кг, Жумажан Кожамбеков, 74 кг, Айдын Дартаев, 82 кг, Тохтарбек Айдарбек, 90 кг, Мухит Турсунов, 100 кг и Нурдаулет Джарылгапов, плюс 100 кг. По словам личного тренера Нурдаулета Кайрата Бурбасова, спортсмен начал активную подготовку на учебно-тренировочных сборах, которые в настоящее время проходят в Астане. В этом году Ассоциация «Казак-Курясе», объединяющая три федерации казахской борьбы и пропагандирующая нашу национальную борьбу внутри страны и на зарубежной арене, вошла в состав Объединенного мира борьбы. Соперниками Нурдаулета будут борцы из Монголии, Грузии и Узбекистана. Как вы помните, Нурдаулет Джарылгапов проиграл узбекскому борцу в первом раунде чемпионата мира 2019 года. Из этих стран приезжают борцы, которые занимаются самбо, дзюдо. Эти виды спорта схожи казахша-курес, поэтому соперничество будет сильным.